Так, 9 февраля 2024 год, уже второе на сегодня будет фак-видео. Ну, фак не в смысле как факап, а в смысле как frequently asked question. Да, часто задаваемые вопросы. Что-то я в предыдущее видео такие поводы оптимизма для Украины, для украинской армии, для украинского народа не воткнул, не упомянул, как, допустим, поведение китайских банков или турецких банков, которые там, кто там сейчас этот... Олигарх российский сказал, Вексельберг, по поводу того, что ну, чисто диверсия, по-моему, как-то так он выразился просто. И одномоментно прекратили рассчитываться турецкие банки с российскими представителями. Да? Китай перестает рассчитываться банки, ну, потому что под санкции попадают. И, конечно, там Китаю или Турции наверняка глубоко плевать на Украину. Ну, поскольку Америка ставит под угрозу санкций тем, кто пытается помогать Российской Федерации. Им, конечно, гораздо дешевле и проще прекращать отношения с банками, что сильно затруднит там поставки всякого вторичного экспорта, как это называется, подсанкционного в Россию. Усложнит жизнь. Вот это, я в эти планы анаконды я не верю, но просто действительно это потихоньку... Кто-то поставляет оружие. Сейчас Америка не поставляет оружие. Хотя тоже. GLSDB, да, вот этот Ground Launched Small Diameter Bomb. Поставляют же нам. Потому что предыдущие уже были оплачены в прошлом году. Кассетные боеприпасы. Этого не было ни в 14-м, ни в 15-м. Я помню, как я психовал по поводу того, что, ну, что такое сухпайки были у нас. Я там видел. А в августе 15-го я еще под счастьем увидел хаймерсы без оружия. Песчаного света, видно, да? В общем-то, такая. Посмотрите, вот в России мне сейчас понравилось, вот, увеличивает пребывание в запасе рядового состава до 65 лет. 65! Мне 50. Ну, там, в этом году, может, будет в августе. Я уже, как бы, сильно там на штурмовика не тяну, на военного, как-то так, сбоку припеку. Это 65 лет. Вы серьезно? А офицерский состав до 75. Это как Путин, только еще смешнее, чем когда он давал интервью этому Карсону. Кто видел, я не знаю. Я сегодня уже записывал. Он когда начал рассказывать про Новгород 1682 год, сразу вспомнил «Неуловимый мститель». Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, Иуда родил... Ой, блин, это было так смешно. Какой маразматик, старый пердун правит, блин, крупнейшей страной мира, второй армией мира управляет, состоящей из полных придурков. А, да, так вот, оружие ж дают нам все-таки, да? И Россию потихоньку душат, и теми же нефтяными санкциями, там где танкеры сейчас болтаются. Нефть тоже как-то не особо собирается куда-то там расти ввысь. Как у нас там с боеприпасами? Если нам помогают все-таки Америка, Япония, Австралия там и все остальное, кто помогает Российской Федерации? Северная Корея, Ким Чен Ын, Иран, стыдобище. Ну и Беларусь еще, этот пюрер картофельный, блин. Как в эту когорту попала Беларусь, я, конечно, удивлен сильно. Беларусь, по идее, должна быть куда более... демократической страной. И там 30 лет сидит пень усатый, блин. Ну, это ваше дело, как бы, на здоровье. В общем, поводов для оптимизма я вижу много, и с каждым днем их все больше. Я не смотрю там на то, там, какой-то там Байден, не Байден, Трамп, не Трамп. 50 стран, которые там совокупно помогают Украине. Одна выбывает по каким-то причинам, появляются другие. А украинцы воевали и без этой помощи. А с этой помощью мы добьем этот вымирашки эти, блин. Надеюсь, уже в следующем 25-м году. А может, а там черные лебеди какие-нибудь Путину на голову нагадят. Ну, я ему, кстати, желаю всяческих удач. С 2014 года желаю ему всяческих удач, потому что этот человек доконает Российскую Федерацию.
100%. Я это в 2014 году говорил, и это сейчас подтверждаю. При всех там бедах и несчастьях, которые Российская Федерация принесла в Украину, именно Путин как будет тем человеком, который доконает Российскую Федерацию. Всяческих ему в этом желаю успехов.